Здравствуйте! На этом видео мы рассмотрим с вами, как вяжется красивый ажурный узор. Этот образец я вязала хлопковой нитью и крючком 2 и 1. С вами для образца я возьму нить более толстую. Она немного даже объемнее. И крючок тройка. Раппорт узора состоит из 8 петель и плюс 2 для края. Наберем для образца 26 воздушных петель цепочки. И затем, начиная вязать во вторую петлю от крючка, провяжем 25 столбиков без накида. И провязываем так до конца цепочки. Провязали с вами 25 столбиков без накида. И давайте теперь посмотрим схему вязания. Первый ряд провязывается в начале столбик без накида, затем, пропустив 3 петли предыдущего ряда, в четвертую провязывается первый пышный столбик, затем 2 воздушные петли, пышный столбик следующий, второй, вяжется в ту же петлю основания. 2 воздушные петли и снова вяжется пышный столбик в эту же петлю основания. Воздушная петля, пропустив 3 петли в предыдущем ряду, вяжется столбик без накида. И далее повторяется раппорт узора. И обратите внимание, что с этой стороны у нас не провязывается воздушная петля, а провязывается только с правой стороны. Так, провяжем теперь первый ряд. Провязываем воздушную петлю и поворачиваем полотно. Затем вяжем столбик без накида. Пропустив, сделаем накид и пропустив 1, 2, 3, 4, вводим крючок и провязываем первый пышный столбик. Стараемся так, чтобы ниточки вытягивались на одну высоту. Один раз вытянули, второй и третий. У кого ниточка тоненькая, может быть, можно и 4 раза сделать вытянутую петлю. Провязали первый пышный столбик, затем 2 воздушные петли и в эту же петлю основания провязываем еще второй пышный столбик. Две воздушные петли и третий пышный столбик. Воздушная петля и, пропустив 1, 2, 3, в четвертую вводим крючок и провязываем столбик без накида. И вязание повторяется. Пропускаем 1, 2, 3, в четвертую вводим крючок и провязываем пышный столбик. Две воздушные петли и вяжем второй пышный столбик. Две воздушные петли и провязываем третий пышный столбик. Воздушная петля и, пропустив 1, 2, 3, четвертую, вводим крючок и провязываем столбик без накида. Так как мы набирали петли на 3 раппорта, 2 мы связали и провязываем третий раппорт узора.
Делаем накид, пропускаем 1, 2, 3, в четвертую вводим крючок и провязываем первый пышный столбик. Две воздушные петли и вяжем второй пышный столбик. Снова две воздушные петли и провязываем третий пышный столбик. Воздушная петля и заканчиваем ряд, пропустив 1, 2, 3 и в последнюю петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида. Провязали мы первый ряд. Смотрим на схему. Второй ряд. Провязывается 3 воздушные петли подъема и столбик без накида. Затем вяжутся 2 воздушные петли и столбик без накида провязывается в верхушку среднего пышного столбика. Снова 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом вяжутся над столбиком без накида предыдущего ряда. 2 воздушные петли, столбик без накида над верхушкой. И далее раппорт узора повторяется. И теперь провяжем. Вначале вяжем 3 воздушные петли, поворачиваем вязание, накид и вяжем столбик с одним накидом. Затем 2 воздушные петли и провязываем столбик без накида в верхушку пышного столбика предыдущего ряда. Снова вяжем 2 воздушные петли, накид и над столбиком без накида провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли и столбик без накида в верхушку пышного столбика предыдущего ряда. Снова 2 воздушные петли и над столбиком без накида провязываем 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли и столбик без накида вяжем над верхушкой пышного столбика предыдущего ряда. Две воздушные петли и в конце ряда, так же как в начале, провязываем 2 столбика с одним накидом. Последнюю петлю. 1 и 2. Итак, мы с вами провязали 2 ряда. Третий ряд. Смотрим схему. В третьем ряду провязываем 3 воздушные петли для подъема и вот одну часть пышного столбика. Затем вяжем 2 воздушные петли и пышный столбик. Воздушная петля, столбик без накида. Далее вяжется уже полный. 3 пышных столбика, полный цветочек. Ну а по краю мы вяжем по половинке. Так, провязываем в начале третьего ряда 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем полотно и вяжем сюда же одну вытянутую петлю. Затем вяжем 2 воздушные петли, накид и сюда же провязываем полный пышный столбик из 3 вытянутых петель. Воздушная петля и провязываем столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда. Теперь будем вязать полный цветочек. Делаем накид, вводим крючок в средний столбик с одним накидом предыдущего ряда и провязываем первый пышный столбик.
2 воздушные петли, накид и провязываем второй пышный столбик. Две воздушные петли и вяжем третий пышный столбик. Воздушная петля и столбик без накида провязываем над столбиком без накида предыдущего ряда. И повторяем третий. Второй раз полный, и у нас получается по краю по половинке цветочка. Итак, провязываем над средним столбиком полный цветочек из трех пышных столбиков. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли, второй пышный столбик. Две воздушные петли и третий пышный столбик. Воздушная петля и столбик без накида провязываем над столбиком без накида предыдущего ряда. И вот нам еще осталось связать одну половинку. Накид и провязываем над крайней петлей, то есть вводим крючок в петлю, третью воздушную подъема и провязываем первый полный пышный столбик. Две воздушные петли и вяжем половинку пышного столбика. Вытягиваем ниточку и вот так провязываем. Затем вяжем еще одну петлю, то есть столбик с одним накидом. И затем все петли с крючка провяжем вместе. И вот мы с вами провязали 3 ряда. Четвертый ряд. Четвертый ряд провязывается воздушная. Четвертый ряд у нас 1, 2, 3. Вот мы закончили. Провязывается воздушная петля, столбик без накида, затем 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом над столбиком без накида предыдущего ряда. Снова 2 воздушные петли и присоединяться будем в верхушку среднего пышного столбика предыдущего ряда. Так, провязываем с вами одну воздушную петлю, поворачиваем вязание и сюда же вяжем столбик без накида. Затем 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом провязываем над столбиком без накида предыдущего ряда. Две воздушные петли и столбик без накида провязываем верхушку пышного столбика. 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом вяжем над столбиком без накида предыдущего ряда. 2 воздушные петли, столбик без накида, провязанный в верхушку пышного столбика. 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и столбик без накида провязываем половинку пышного столбика, который мы вязали в предыдущем ряду. И далее узор будет повторяться с первого ряда. Как видите, расположены они в шахматном порядке. Поэтому здесь вот у нас по краям вязано по половинке цветка. Ну, давайте провяжем с вами пятый ряд.
И он вяжется так же, как вяжется первый. Провяжем воздушную петлю для подъема. Поворачиваем вязание. И здесь мы с вами в первом ряду пропускали 3 петли. Если смотреть, у нас 1, 2 воздушные и третий столбик с одним накидом. И мы будем вязать так же, как в первом ряду, четвертую. И четвертая петля у нас получается над средним столбиком с одним накидом. И вяжем первый пышный столбик. Затем 2 воздушные петли. Вяжем второй пышный столбик в эту же петлю основания. 2 воздушные петли и третий пышный столбик. Воздушная петля и столбик без накида провязываем над столбиком без накида. В первом ряду мы также пропускали 3 петли. Затем накид и провязываем над средним столбиком предыдущего ряда следующие 3 пышных столбика. Две воздушные петли и второй пышный столбик. Две воздушные петли. И третий пышный столбик. Воздушная петля. И столбик без накида провязываем над столбиком без накида предыдущего ряда. Снова накид и провязываем еще 3 пышных столбика. Две воздушные петли, второй пышный столбик. Две воздушные петли и вяжем третий пышный столбик в эту же петлю основания. Воздушная петля и провязываем столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда. Мы провязали с вами 5 ряд. И напоминаю, что 1, 2, 3, 4, затем 5, 6, 7, 8 вяжутся так же, как чередуем мы 1, 2, 3, 4. Вот такой красивый узор получается. Очень красиво из такого узора получаются и детские изделия, и взрослые красивые женские кофточки. Этот узор связан, образец с вами связан более толстой нитью, чем вязан первоначальный образец. А я с вами сейчас на этом прощаюсь, но ненадолго. Поэтому говорю вам до скорой встречи.